Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу легенды 3 на 8 на брусе с тремя форточными блоками. Пока приехали, все выгрузили, начинаем сборку. Каркас теплицы мы поставили, обшили стены поликом. Сейчас установили перелив. Будем готовить крышу, покрыть крышу. Останется у нас форточные блоки и двери обшить. Практически завершился монтаж у нас. Напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 3 на 8. Начались сумерки. У нас вот последний форточный блок доделывается, поэтому снимаемся. Смотрим, у нас дверь с форточкой с одной стороны, точно такая же с другой. Обе правые. Стоит каркас у нас на брусе 100 на 150 плашмя. Закреплен к шпалам. Все выровнено по уровню. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, покраска полимерно-порошковым способом. Вот сейчас как раз видим, что доделывается. Он, в принципе, сделан, сейчас монтируются термоприводы. Вот, каркас из трубы 40 на 40, покраска порошковым способом, цвет шоколад. Три форточных блока у нас в теплице. Диагональные усилители. Поликарбонат здесь 4 мм, плотность 0,8. Так, закроем. Вот такая вот отличная теплица легенда, очень высокая. Высота в коньке у нее почти 3 метра. Высота стенки 1,80 м. А у меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх. Всем.